Юрий Музон. Шах остецкий, надо приводить чувство. Хостецкий. Да. Маугли? Да, что? Да там люди тебя увидели впервые и погают уже. А чё, кстати, мы залетать не можем же к тебе? Там типа спойлеры. На в чат нет, там будут спойлеры. Так что в чатик, пожалуйста. Ладно, придется пересматривать потом. Залетел, кстати. Ну вы там, если мне будут признания в любви, вы их выделите. Ты сможешь пересмотреть эту трансляцию, и потом даже на ютубчике у Тварины, я думаю, посмотришь. Так, да, чат, всем привет. Я на чатик отвлекаться не буду. Будем сконцентрированы играть в свою игру на победку. У нас небольшие потери. Хелл играет турнирку и с 13 часов. И никак все не... Так, секундочку, мне надо отключить каким-то образом подписки. Как отключить подписки? Зачем ты убил его? Чем ты убил его? Чем ты убил его? Да вообще не говори. Зачем ты убил его? Чем ты убил его? Чем ты убил его? Зачем ты убил его? Чем ты убил его? Удалить сапку. Отлично. Ребят, всем спасибо за сапки сразу, да, но сегодня без оповещений. Сейчас я уберу донаты, сапки, все дела. Так вот, у папашки сверление происходит, невероятное бурение. Кто бурит, бурит с папашка плюс чат. Да, кто из тех, кто любители побурить. В общем, он не смог. И Хэл играет турнирку, поэтому мы сегодня в составе втроем. Они в пятером. Но я думаю, что хуже не будет. Будет больше очков у людей. Устраняем гангу. Не знаю, я надеялся, что будет больше нубасов. Ни один я тут с двумя профессионалами. Там мы вдвоем сейчас с Маугли на лопатки положим нормально все. Ну что ж, мы начинаем. Начинаем первый раунд. Перед каждым раундом я буду вкратце рассказывать по темам, чтобы не было никакой путаницы. И тема этого раунда. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Здесь у нас замечательные коллажи из глаз и губ геройщиков, которых вы должны угадать. Именно геройщиков? Именно геройщиков, геройщиков. Канал по баннеру. Да, все достаточно очевидно. Назвать название канала по баннеру. Косплей тоже все понятно. Часть косплея, по которому вы должны будете угадать существо или героя. Пираты, которых мы заслуживаем. Я абсолютно уверен в том, что герои новой фракции Причала писались, как минимум часть этих героев писалась с актеров одного небезызвестного жанра. И здесь будут, соответственно, эти актеры, которые будут ассоциироваться с какими-то героями Причала. 4K Ultra HD. Здесь будут показаны фотографии объектов из реальности, которые ассоциируются с объектами в героях. Модный приговор. Подиумные различные элементы одежды, которые совпадают с артефактами в героях. И мисс геройский твич, что было бы, если бы наши уважаемые стримеры поменяли пол? Актуальненько, да? Повесточка, да. Повесточка. И первым начинает Маугли, которого мы впервые видим на вебке. Так, ну давайте начнем. Блин, мисс геройский твич мне интересен. Так, Стингер. Я нашел еще. Да, да. Совершенно верно. Как он угадал? Но как? По глазам. Выбирай, Стингер, любой понравившийся вопрос. Давай ту же самую тему. Надо нажать, по-моему.
Да-да-да, нажми на клеточку. На клеточку, да. Ну, на что нужно нажать? Ну, вот как вот, видишь, ячейку эту. Кто же этот... Ну, я бы сказал, что это Вудуш. Нет, Маугли, это не Вудуш. Блин, этот стример в последнее время не часто стримит героев. Я бы сказал, что почти вообще не стримит, но он очень... Это Кекс. Да, да, это Кекс. Он участвовал, так сказать, в развитии. Было близко. Вудуш тоже рядышком, да. Кажется, он знает чат. Выбирай. А можно, когда кто-нибудь ошибся... Да, можно, да, можно пере... Ну, давай продолжим. Кто это, красавец? Блин, знакомое лицо. Лицо. Возможно, возможно, фон. А, все, это Яр. Это Яр. Ну, конечно. Это кто, кстати? Это кто, что за школьник? Какой Яр. Давайте дальше. Это Дред, конечно же. Конечно. А Маугли, кстати, не добавилось очков. А, у меня было добавилось, минус 300. Минус 300, он же... Минус 300 было, да. Он не угадал сначала. Ну, давай добиваем еще. Сложно прям. Папашка? Нет. Ну, есть... Ну, не нажал. Есть один лыжник, который играл с нами раньше в Among. А сейчас стримит лыжник. Героев. В Among. Стримит. У него не очень большая аудитория, но... Тем не менее. Мы его все знаем, я думаю. Ну, вряд ли. В Among я не играл, например. Надо играть, Стингер, надо играть. Даже это Генчик, знаю, Виктор это... Генев. А, Генчик, да, я его так не узнал бы никогда в жизни. Да? Генчик, Генев я знаю, но... Ну да. Тут не похоже. Так, давай, добиваем. Вудуш. Вот это Саня, да. Неплохо, неплохо. Развалили категорию. Маугли, что с лицом, кстати? Он вам фору дает перед механикой. Давай продолжим эту тему. А я пойму все по глазам, а я прочитаю все по губам. Ты можешь выбирать сам. Вот смотри, наведи мышку просто и кликни по ячейке. Ага. Хорошо. Кто этот молодой человек? Айва. Чей братик? Чей братик? Поехали дальше. Крис. Don't call me Chris. Стингер, ты не успел блин. Чуть-чуть. Не успел? Да, перекликал. Фаст кликер какой на своем. Ну, да, да. Этом. Стингер? Я жужжал. Мне нужно имя. Hot a girl, блин. Вспомнила. Кстати, Хота... Я хотел сказать Даша, но будут эти... Хота Геро, кстати, перекликали на этом вопросе, когда она тестила пак. Кто перекликал Хота Геро? А, это... Таверна. Сюда ее. Да, да я же жал! Кто? Как будто ничего и не это, не поменялось. Я же жал! Подожди, а там... Напомни, Юник, пожалуйста, один момент. Там, типа, какой сигнал для старта? Никакого, префайра можешь хреначить. Если картинка уже прогрузилась у тебя. Все, готовы? Да? Да. Просто пинг у всех разный. Да я... вижу, как он жмет. Нет, ты видишь, я нажимаю. Поляк этот... А как зовут его? Как его же зовут? Курва. Ясный гвин. Клап... 1200 за клапки? Забыл. Забыл ник просто. Глюхаммер, конечно же. Глюхаммер, да. Как же они ровненько идут. Маугли, давай, догоняй. Да-да, меня тут перекликивают. А это сигнал из Англии просто. Амилу. Ты узнал эти сексуальные усики? Конечно. Кстати, он тоже есть... Инфа, что с нами сейчас находится. Да? Да. Ну, это смурф одного из игроков. Ну, на футболочке, да, на футболочке. Да, на футболочке. Выбирай, Сань. Так, а что тут остается, да? Канал по баннеру, по-моему. Папа Вася. А, круто, блин. Маугли на конце. Гайдодельня, вы что, знаменитая? Точно.
Кинг СПБ, сюда, камон! Да как елки-палки, я же... Ау, в королю! Надо не тыкать, а кликать. Там надо в тайминг, да, попадать. Тварина? Так, это Валерий Рейн. Да. Тоже занял сезонный турнир в первое место в 2009 году. Стингер? Гомунгл, что ли? Блин, как он это делает? Как можно помнить то, что было в 2009 году? Торина? Торина, отвечайте. Да, да, да. Это... Блин, вылетело из головы, сейчас вспомню. Тыкаю. Три, подсказка на экране, два, один. Ну, бас, не вспомнил. Лампа РПГ, конечно же. Блин, я тупо вылетел ник из головы, прикинь. Так вот, как у меня с Блюхаймером то же самое. Хорошо. Как же он кликает? Выбирайте категорию. Всратый не очень косплей. Это что такое, напомню? Это косплей. Там нужно по части косплея, по части картинки угадать, кого косплеит. Либо персонажа, либо, ну, либо героя, либо существо. Ну, поехали. Сразу 600, поехали. Это существо. Ну, я рискну, это Минотавр. У Минотавра одноручное оружие, напоминаю. А этот мужчина держит что-то в двух руках. Стингер? Алибард. Ну, Пикман, алибард. Нет. Ну, давайте я попробую зомби. Блин, а зомби двуручный разве? Нормально. Блин, хороший раунд. Ну, за 600. За 600, ребят, за 600. Ну, красивый, согласитесь. Ну, да. Я опять, да? Да, можешь попроще сначала начать. Это герой. У кого такой красивый веночек? Ну давай, опять же, я рискну, это не веночек там, а это тиара, ну типа луна. Тиара, да, но не та тиара. Не та. А еще ведьма какая-то. Какая-то ведьма, да, ты совершенно прав. Я даже знаю какая, но уже поздняк метаться. Мерланда? Да. Совершенно верно. Илья, а чё так мало баллов? Верните, что за скам? А потому что дорогие вопросы. Блин. Что это за существо? Это вампир. Блин, не... Тварына перекликала. А в смысле нет? А, да? У кого такой шарфик? У вампира воротник. Воротник. Да за воротник этого. Корсар или Грейжен, вот этот... Нет, ну, это не корсар, не морской волк, нет. Маугли, давай. Да, я, у меня вариантов нету. Перчаточки, так, перчаточки должны намекать. Нажми, чтобы не отставать от коллектива. Не, я и так отстаю от коллектива уже. Эх, ладно, не забайтил. Спасибо. Да ладно. Ну, я бы не угадал. Точно там же. Давай, в минуса вгоняем. Погнали. Это и герой, и, в принципе, юнит. Можете выбрать, что угодно. Это крестоносец? Да. Катерина, крестоносец. Это что? Это существо. Существо. Существо из героев? Да. Адская гончая, например. Хорошо, я засчитаю так. Сервер, грейджерная версия. Там не видно, сколько голов. Да, не видно, поэтому я засчитываю. Давай, добьем. Соточка. Соточка простая. Существо. Это существо? Пикси. Какая? Пикси. Ну, она, кстати, Пикси как раз та. Ну, да, она та, что нужна. Грейджер. По глазам узнал? Выбирай, Стингер. Вопрос. Давай, 4К.
это возьмем. Назовите объект. Это склеп. Да. За соточку просто. Маркет, рынок. Угу. Так, ладно, надо кликать. Все, надо понял. Собираться даже. Ах ты. Кликнул, смотрите-ка. Да. Мотивация, что делает. Пирамида. Нет, это более... Да в смысле не пирамида? Это более дорогой вопрос, поэтому... Ну, есть пирамида, окей, но пирамида смотри, есть же на карте, она выглядит тупо вот так вот. Это конкретное здание, оно... Давай, хорошо. Хорошо, смотри. Переформулируй. Давай попробуй по-другому. Это конкретная пирамида, то есть есть просто пирамиды типа египетских, а это называется по-другому. И она это строение добавилось только в Хоте. Поэтому я предлагаю тебе подумать. Вот пока дам тебе еще дополнительное время. Мечка мумии тогда, ну, типа пирамида или что? Ну, просто пирамида, которая дает заклы 5-го левела, она была до Хота. Нет. Ну, ладно, тогда... А обязательно название четко или... Ну, можешь сказать, что там происходит. Ну, это которая с вуалью тьмы, короче, пирамида... Сфинкс, что ли? Нет, это не... Нет. Вообще похоже на нычку. Есть нычка, да, она добавилась... Только в... Никс, ё-моё. Нет, это... Нет? Конкретно не это скажу, строение в реальной жизни, оно называется определенным образом. Их строили только определенные народы. То есть это не пирамида, это по-другому. Ну, это ржавых, нет? Это зиккурат называется. Зиккурат, да. Посложнее категория чуть-чуть, не спешите. Короче, расслабили легкими вопросами. Да-да, ну... Маугли, выбирай. Зиккурат. А я? 500 тогда, давайте. Здесь есть подсказка прямо на фасаде. Я нажал уже, да? Да. На фасаде? Да, там написано буквами. Читаю. О, похоже на нычку гигантов вообще. Храм. Небесный храм. Че, ну, можно отвечать? Библиотека. Да. Ой, все, ладно. По небустам идем. Не спешите. Это собор Сантьяго де Компостелло. И его центральная часть называется определенным образом. Я абсолютно уверен, что с нее именно рисовалась эта нычка. То есть центральная часть этого собора называется так же, как нычка в героях. Есть идеи? Давай рискну. Портал славы. Совершенно верно. Сюда его! Красава. Вот это оно! Это сильно было. Как же он тащит. Фух. Так, остались две самые сложные категории. Сандали святого. Все время забываю, что я не один. Нам нужен только главный убор. Корона. Какая? Верховного мага. Ну, в одной из версий переводов, да. Мантия вампира. Ну, засчитай. Она сутана. Но в этом... Да, в одном из переводов. Согласен, да. Угу. Кольцо глаз дракона. А какой? Застывший глаз дракона. Блин, как же он бахает. Неподвижный золотой, если что, этот серебряный. Ну, зеленые сапожки, ну, которые убирают штраф по пересеченной местности. Как называется? Там, типа, нужно... Да. Понял. Сапоги. Кого? Путника. Ну ладно. Странно, почти, да. Почти. Я думаю, что там, да.
Шлем единорога? Да. Это хорошо. И осталась любимая всеми тема. Назвать героя? Косметра? Ну, с пистолетом. Блин. Маугли. А, пистолет. Аннабель. Джесси Джейн в роли Аннабель. Кто же этот мужчина? Джереми. Кингер смотрел эти. Эммануэль Делкур. Да, конечно. Нет, нет, не смотрел, нет. Дерек. Да, просто без шансов. Как же он разваливает. Но это каркес. Это каркес. Тут Луи прифотошопил ему кое-что, но... Лина? Маугли, ну как можно не узнать это лицо просто? Оно же один в один. Даже, по-моему, Бараторч с какого-то шаблона удалял, потому что очень похоже. Ну-ка я не помню, как героя зовут. Хорошо, скажи специальность. Не буду рисковать. Там какая-то шляпа, либо... Короче, либо хилка, либо снятие заклинаний. Что-то такое. А, да? Саша Грей и Мириам, точно. Да, но она же очень похожа. Очень. Я узнал лицо Саши Грей, я не помнил, как она типа в героях еще... И вылетела все из головы. Кассиопея. Да. Это Касси. Как же он кликает. Стингер горит. Да. Ой, я бас никогда не играл. Все, ясно. Да, 4200 просто в первом раунде. Получается, это прирожденный талант. Ну ладно, сейчас будут мои музыкальные вопросы, я догоню. Итак, второй раунд я запаузу и расскажу. Герои поп-культуры. Здесь собраны произведения популярной культуры, там фильмы, постеры, музыка или еще что-то, и они ассоциируются как-то с героями. Нужно сказать, с чем из героев они ассоциируются. Жизнь замечательных героев — это жизнеописание их, биография, которая есть в игре, ну или в файлах игры. Назвать героя, соответственно. Угадай мелодию. Все понятно, там по нескольким нотам на фортепиано нужно угадать, что за объект. Это для Мауна. Или не объект, а ну как, откуда эта мелодия, саундтрек. Эмобусы — это ребусы из эмодзи. Загадочки — это загадки просто, которые я сам написал. Ичник. Ичник — это анаграммы нычек существ, жилищ существ. И по слову — это по слову слово на букву П. Поехали. Маугли, ты выбираешь. Ну давайте с моего пойдем. У меня, кстати, работает. Это рынок. Нет. Замечательно, что у тебя работает, но это не рынок. Есть еще. Тяжело, когда играешь без звука, я без звука игр. Блин, я, мне кажется, с детства эти мелодии помню. Нет, я эту мелодию знаю, естественно. Я научен это, горьким да. опытом. Я типа всегда тебе кажется, что ты знаешь, вот как малый рынок. Лучше вообще не лезть, если. Мистический сад, точнее. Это Лепрекон. Ну ладно, давайте дальше. Когда играет эта мелодия? Я думаю, все не раз ее слышали, ну, кроме Маугли, который... Когда убегаешь. Убегаешь? Ну, убегаешь из битвы, да. Ну, или либо проигрываешь битву. Хорошо, я засчитаю один из... Они разные? Да, они убегаешь разные. И... Разные. Да. Убегаешь и поражение разные. Там и откуп отдельные, и...
Все? Да. Ну, меня тут слышно не было. Поэтому я точно не участвую. Давайте напевать будем как-то. Кстати, лампа рили, да. Угу. Назвать два объекта. Да более знакомое что-то. Там вокал такой идет вместо этих клавишных. Я... Да-да-да, но... Нет идей? Давай добивать тему. Давай. Назвать три объекта. Три объекта? Из шести. Блин. Хорошо, мало, попробуй. Один это погост. Погост. Ладно, попробуй еще. Блин, ну ладно, все, минусуй. Короче, это мельница, это конюшня, это три... Блин, с новой недели... Рынок, не рынок, а этот мельница, одна мельница, другая конюшня. Ага, мельница, одна мельница, другая, правильно. Еще какой-то вспомнишь, конюшня не то. Конюшня нет. Ну, с начала недели что обновляется? Ну, мистический сад, значит. Мистический сад уже был. Блин, например, на снегу есть такой объект. Еще на воде есть. Или на цветой земле. Ладно, я зачитаю. Вот. Не буду так душить. Они разве обновляются? Не буду душить. Неделю? Нет, они не обновляются, но звук у них такой же. Тут же звук просто, да. Да. Блин, я звук перепутал. Новый объект, добавленный в Хоти. Я думаю, что мало где добавлен. Сколько объектов надо назвать? Один. Да, с этого надо начинать, кстати. Маугли, ты должен знать. Так я мелодия знакомая, но я не помню откуда. Ну, это твой любимый замок. Причём? Старьёвщик нам. На флаксе, да. Мобусы. А чё тут нам нужно... Вот это объект. Из героев объект или это чего объект, да. Это объект. Ребус. Замок на горе. Это есть такой объект? Ну да, вроде. А, все, я понял. А, форт на холме, то есть. Да. Замок на горе. Ну, по версии Чуханец. Ну, что-то было такое. Ну, по сравнению с Маугли, Чуханец вообще выдал отличную версию. Это холм на горе был. Чухан Мумбас, кстати. Извините. Хижина этого... Кого? Кого? Сейчас, подожди. Стингер. Чья хижина? Хижина хоббитов. Нет, это не хоббит. Хижина ведьмы. Точно. Да-да-да, ведьма, да. Тупанул. Овладение навыком. Не обращайте на форму первого объекта внимание. Алая башня? Да. Все просто. Я боялся, что слишком просто. Книга земли. А земли ли? В смысле? А, ну тогда воды. Воды, конечно. Не, ну типа... Вот как бы варианта два. Корона из зубов. Как же они кликают, я слышу их. Маугли? Плащ короля нежити. Совершенно верно. Маугли вышел в ноль, поздравляем. Все, буду догонять. Ну давайте
биографии. Стингер? Фритин? Нет, не дочитал немножко. Гриндан. Никто, кроме него, имеет такой власти над землей, там было написано дальше. Адель. Как он это делает? Там даже про благословение не было ничего сказано еще. Там было сказано про то, что она благословляла воинов на бой, даже если она не могла отговорить своего командира от вступления в битву. Я просто недавно на стриме, мне нечего было делать, читал биографии своих героев. Ясно, готовился. Подготовочка пошла. Стингер? Эваций. Совершенно верно, он раздваивался. Хотя, казалось бы, должен расстраиваться. Блин, забыл имя героя. Я догадываюсь. Тарасар. Тарасар. Да, Маугли. Уже думал, но не рискнул. Я думал, там баллистика. Тактика. Тактика и алхимия. Да. Жейгар. Да. Там в конце говорится о том, что он медитирует. Но Маугли это и не нужно. Если... Не, надо просто единственный чернокнижник, который владит. Нет, Геон и Джагар. А, Геон еще? Два, да. Блин, я про Геона забыл, короче, повезло. Да, там в конце про мистицизм как раз говорилось. Так, ну это из причала специалист по воздушному щиту. Совершенно верно. Как его зовут? Даргем, по-моему. Да. Мощно. Разгоняется. 5 из 7 забрал, Маугли. Герой поп-культуры. Пушки, да? Назвать существо. Я бы предположил, что это джин. Джин. Да. Извините. Продолжаем. Никто ничего не слышал. Что это за постер? Мумия. Да. Постер фильма. Назвать героя. Ладно, я назову класс героя. Маг. Это никак не помогает. Ну, это, наверное, фильм. Астрал. Да. А, говоришь, не помогает. Просто перебрал в голове всех магов и... Вот он. Это слишком легко. Ну, явно даже, что не Салмир. Назвать артефакт. Сапоги мертвеца. Как же он хорош. Сразу видно, кто киша слушает. Ну блин, у меня просто не прогрузилось. Я бы тоже убедал. Имя. Мне нужно имя. Брон. Брон Черноводный. Назвать исполнителей. В пещеры, где их много. Не брежет свет, наш путь лежит сквозь тьмы гранит, чтобы найти злато.
Это существа из героев. Я рискну. По-моему, это, ну, из фильма «Хоббит», а герои — гномы. Совершенно верно. Жестко. Ноздря в ноздрю. А, исполнители актеров? Я даже придумал. Ладно, давайте загадочки. Масло. Масло. Что ж это за птица такая? Птица хуй, извините. Так, три ячейки. Тингер, ваш ответ. Я случайно нажал. Сейчас подумаю. Давай, дам тебе экстра время. Я уже кликаю, раз кстати. Ты случайно нажал. Есть? Нет вариантов. Клик, 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 клик. Это золотой гусь, конечно же. Конечно. Сразу видно ауткастера. Сюда, ауткастик. Что же это такое? Дерево на левел ап. А как называется? Старое дерево вроде. Сам ты старое дерево, ладно, я засчитаю. Блин, попытаюсь забанить, но у нас ведущий слишком лояльный сегодня. Ну это просто слишком просто, если бы я скипнул, он же назвал уже объект. Что у них общего? Это два объекта в героях. Мавзолей? Нет, мавзолей... Мавзолей — это неправильный ответ. Нужно сказать, что общего у двух объектов. То есть мужик с бревном и каменный саркофаг — это два объекта. У них что-то общее есть. Стингер? Ну, мужик с бревном — это Ленин. Каменный саркофаг — мавзолей. Это не Ленин. Дает артефакт. Совершенно верно, Маугли. Это утопающий на бревне и могилка. Вот это Ленин на саркофаге, крепко. Интересная версия. Мне нужно название этого. Ну, давай попробуем пузырек из крови дракона. Одолев собратьев. Стилу стихии. Нет. Слышался собрать. Если не ошибаюсь, объект называется сопряжение стихий. Совершенно верно. А, вообще да. В другую сторону. Мультиничка. Да-да. Та самая, да. Что это такое? Что-то собирается вместе, да? А, просто сборники, лол. Да, сборники. 8 из 3 собираются, 1 из 2. Давайте, ичник. Это анаграммы. Анаграммы нычек. Построек существ. Так. Первая буква. Казармы. Совершенно верно. Я ждал на последних секундах бросить. Сложно. Это всегда строение будут? Всегда или? Нычки, всегда нычки. А, нычки, понял. Блин, дворец тьмы. Я думаю, что такое? Я на левую кнопку жму. Я тоже на левую, кстати, жму. Там, ну, там левой кнопкой нужно просто по красной кнопке попадать, а правой можно просто... А, правая где угодно, да. А-а-а. Кто такие... Логово Горгон. Да. Стингер, выбирай.
Дальше поехали. Кто такие говноедины, ребят, как вы считаете? Я бы сказал, кстати, но... А пушка единорогов? Да, это они. Роговноедины. Я старался, чтобы звучало. А это Гричита Покорова. Это итальянец какой-то, судя по всему, но нужно назвать нычку. Маугли обычно их из коробки достает, поэтому он это самое, наверное, не знает. Чертоги порога. А? Это Гоги. Давай последнюю. Что за лас? И кто такие совологи? Зал застывших голосов. Медуза, да. Это мощно. Это мощно было. Слово на П. Песок. Песок. Простенько пока. Давай сложненько. Давай. Изи, праща. Как же не сложненько. Так. Провал. Стингерс. Это провал, верно. Это провал. Где живут упыри и кровопийцы? Поместье вампиров. Да. Почему-то все хотят всегда сказать погост, не знаю, с чем это связано. Ты первый, кто прям сходу. Отсылочки, отсылочки, ребят. Стингер? Прометей. А в героях есть Прометей? Ну, вообще, нет, я думал про помехи сначала. 3 секунды у тебя осталось. Предположи еще. А, можно дальше? Да, да, так, говори, говори. Время. 3, 2, 1. Все, ладно. Скип. Порта хитраны. Отсылочка, отсылочка, прям такая крепкая на одну из игр. Уже... Пегасы. Конечно, Маугли. А, тот самый Пегасовый. Все, флешбеки пошли. Маугли, Торин решил забыть просто об этом. Да-да-да. Кто же это предпочитает? Пикедрам. Да, это он. Спасибо. Так а почему 3 порции? И пик, и пикадрилл. Потому что у него 3 стека. А, всё. И у нас остался самый легкий раунд. Я думаю, вы справитесь без проблем. Блин, Маугли за второй раунд знатно вырвался вперед. Просто вот так вот объявлялся. Да, просто разорвал. Просто на коне. Ну я же говорил, первую фору давал. Начался темп знаменитый. Итак, что общего? Там перечислены существа, нужно назвать их общую черту какую-то. Милого узнаю по схеме. Это схема шаблонов, нужно назвать шаблон. Унесите черный ящик. Там показан скрин из калькулятора, в котором указана коробка и ее охрана. Охрана подобрана так, чтобы в коробке... могло быть только что-то одно, то есть не может быть 5к опыта там и что-то еще, да? Там конкретная, совершенно конкретная начинка. Все коробки находятся на респе джеба. Ну, если что, я еще там скажу. С легкими охранами. Да, то есть average strong, как там раньше было. На глазок это посчитать мувы на скрине. Каверы от злого это тоже, опять же, на фортепиано какие-то мелодии, которые нужно угадать. Из героев. Привет из Физмига. Это подобранные мной вопросы, которые касаются механики героев. Осталось за кадром. Это неиспользуемые объекты. Нужно будет назвать либо точное название объекта, либо что он делает. И жмуримся и щуримся. Нужно найти на скрине артефакт. Назвать, где он находится. Продолжаем. Тварина, выбирайте категорию. Жмуримся и щуримся. Блин, надо жмуриться и щуриться теперь.
Точно. Тварина? Где находится? Над замком. Артефакт? Да. Сфера постоянства над замком. А вам показывает картинку сейчас? Да-да, показывает. Мне не показало почему-то. Сейчас что-то не прогрузилось. Блин, я нажал. Ну, тебе надо жмуриться и щуриться. А колдовской обруч нашел, ну, да. Между горой по центру, примерно. Да. Он вообще не жмурится, чат. Зато щурюсь. А он тут точно есть? Точно есть. И еще какой? Это вам не колдовские обручи. Такое видеть надо. А, КЗшка, да? Спрятали. Ну, это классика, да. Давай продолжим. КЗ в горах, она самая. Ну, тут вы знаете, что за артефакт, естественно. Естественно. Птица познания там, блин, по-любому. Да крылья, по идее, где-то. Да крылья, да. Ну что-то белое, да, чтоб. Ну это крылья, действительно, где же они? Замка. Эх, не увидели бы вы крылья. Снизу. Да. Ну басы получаются. Ну тут тоже классика. Блин, да где её? Вижу три клетки над колодцем, клевер. А, клевер, да. Как же он видит, чёрт. АКЗ с крыльями не нашел. Где же она спрятана? А вот там где-то змейка и лежит тетива. Да. Тетива? Грива единорога. Все, можно уже не считать. А сейчас подожди, сейчас еще мы высчитать, погоди. Стингер, выбирай. На глазок это что? Это мувы. Мувы считать. Ну, погнали. Я так и знал, что он будет выбирать эту тему. Давай считать. 141, 241 и 70. А вот так даже можно? Быстро. Ну вообще нет. А как? Ну типа нужно прям сказать, ну, это? Нужно, нужно сказать, да. То есть нужно сначала считать, а потом нажимать. 3, 2, 1. Так. Что-то ты меня выбил из этого. Еще и минус заработал. Кайф. Я вам посчитал уже, сложите это все просто. А это точно быстрые дороги? Это точно быстрые дороги, считайте. Не, ну как бы мы тут тоже посчитали, но нечестно. Хорошо, я скипну. Ну, 311. Ой, это считать, складывать. Да я специально немного мувов. Обязательно угадать вот именно... Ну, сказать количество мувов. Количество мувов. Ну, я засчитаю вам плюс-минус 2, там скажу. Давай, что общего? Что у них общего? Это все улучшенные юниты. А еще они летают. Блин, они действительно все улучшенные, черт. Я x2 заработал. x2, можно сказать, да. Блайнд не раб... нет. Более... Я уже про это подумал, но потом океанида. Чуть более общий, Стингер. Вообще не в тему. Чуть более обобщи. Иммунитет? Да. Просто иммунитет, да, прикольно. У Акинагит кольцо холода к ледяной стреле. Угу. Угу. Так, а у этих что?
который... А, подожди. Это не все Т2-юниты, если что. Да, я тоже сначала подумал, Макросар Т3 получается. И наездник на габане тоже считается Т3. Т3. Количество, может? Ну, 3, хотя 2, тоже 1. Нет. Маугли? 15 хп. Да, 15 хп. Жирные-жирные ящеры. У этих ребят что-то тоже есть. Занимают один гекс? Не-не-не, не настолько. Какое-то общее свойство. Нет штрафа в рукопашке. У элементаля воздуха есть штраф в рукопашке? Да. Ну, нет, подожди, воздуха обычного нет, но, обычный. Но это ж милишники. Типа. Ну да, это все милишники, да, какой смысл? Какой смысл? Ну, не знаю. Вот они, блин. У них есть гораздо более обобщенные. Хитерки получаются. Так, Маугли. Тут какая-то характеристика именно. ТТХ, скажем так. Вспоминаем окошечко этих существа. Ладно, я попробую угадать. Это атака. Атака? Параметр, да. Атаки? Нет. Да. Минимальный дэмэдж? Точно. 2 урона. Ага. Прикольно. Так, поехали, сложный. Может быть, вам будет просто. Но обычно это сложный. Тут тоже какой-то числовой показатель. 500 монет за грейд. Неможливо. Жестко. Выдыхаем, поехали. Осталось за кадром. Осталось за кадром. Архимаг 500 за грейд. Да. Осталось за кадром. Это объекты, которые не входят в стандартные шаблоны. Ну, то есть их там нет на джебе, например, или на шаблонах без воды. И нужно назвать либо их точное название, либо сказать, что они делают. Ну, достаточно четко. Ну, давай попробуем. Ну, Варина? Морская утопа. Да, а что там? Что делают? Кто там? Ну, там гидры, морские змеи, аспиды. Uh-huh. Дают артефакты. Uh-huh. Там море. Ну, это за 200, простенько. Кто у нас? Башни магов охраняют маги или грейжены маги. Башни слоновой кости. Ага, а башни кого они охраняют? Магов? Чародеев, блин. Чародеев. Кто Black and Blue катает себе? Да-да-да. Маугли? Нычка лепреконов. Угу. Да. Как называется? Трактир. Как же Макторин подбросил? А ты сразу выводишь. Я сказал или-или. Или четкое название, либо сказать что. Я предположу, что это вводная обзорная башня. Что она делает? Ну, открывает обзор. Нет. Так же, как и обзор. Нет. Ловушка получается, да? Ловушка водной обзорной башни. Нет идей? Я могу скипнуть. Пас. Обсерватория. Она дает плюс 2 клетки к разведке на неделю на воде. Фу, ничего себе. Ого. Маугли. Назвать левел. Левел? Ну, то есть назвать объект, и не просто объект. Я понял, что за объект. А вот левел — это интересно. В смысле левел? Ну, ты знаешь, что это за объект, Синди? Нет. Вот если бы знал, то... Что, рискнуть? Да, рискнем. Это святыня магическая на воде 4-го левела. Да, как же он хорош. Да.
Косарик. Риск оправдался косариком. Последнее. Назвать либо, ну, опять же, точное название, либо конкретно, что в нем. Давай я рискну, это морской картограф, может быть. Нет, это не картограф. Не похоже. Минус 1200. Риск не оправдался. Тут да, тут уже серьезные суммы. Я не знаю. Стингер, знаешь? Ну давай рискнем, морская библиотека. Нет, это не библиотека. Это морской... Да, я понял, я сейчас договорю. Это морской университет. У него есть особенность, там всегда дают навигацию, и там можно прогрейдить сразу до конца себе навыки. О, да, прикольно, кстати. Просто даже такого не видел никогда. Выбираешь. На морских шаблонах она попадает. А, ну, давай музон послушаем. Ну, это стартовая заставка героев. Стартовая заставка героев. Где играет-то? В начале игры. Ну, допустим. В главном меню. Да. Ну, в главном меню, да. Угу. Стингер? Это город? Да. Город, ну, Некрополис? Нет. Я бы тоже Некроп сказал. Данш. Конечно, Данш, Маугли. Тебе не знать. Поехали дальше. Блин, у меня тихо музыка, к сожалению. Баганулась. Надо чату подкрутить чуть-чуть. Фул послушать. Фул я скину вам обязательно после пака. Чатик просит фул. Стингер, ты нажал ответ, кстати. А, да? Я уже забыл, что там играло. Ладно, я верну тебе просто баллы, раз ты мискликнул. Что-то слишком лояльный ведущий, мне кажется. Так, ну бывают мисклики. Так, за 600, да? Я даже и не думал насчет того, чтобы отвечать. Это тема какой-то местности. Пустыня? Да. Тема песка. В центр выходите, ребят? Нет. Что там делать? Все реже и реже. Допустим, Касл. Нет, это мелодия, которая играет. Это ход оппонента. Да. А после... Мелодия, конечно, вообще беда. Во время хода оппонента, да, она играет. С музыкой в героев играть. Тема местности. Нет, это не лунная соната. Ну, похоже. Сейчас дослушайте до основной темы. Сейчас, может быть, кому-то придет в голову. Но у меня не игра. Вообще не игра? Вообще. Ну, вы можете мне напеть, конечно. Та-та-та. А, знаю. Там, та, там, та, та, там. О, можно Маугли другую тему напевать и скамить, да. Тема снега. Стингер, ты же слышал, я не раз, я думаю. Так, это я.
А эта музыка из детства должна быть. Это сейчас, когда выигрываешь компанию, или не, наоборот. Наоборот? Сейчас, секунду. Да, Маугли, чуть-чуть время тебе еще дам. Я саму мелодию помню. Это, по-моему, когда вот перед началом миссии, когда вступление идет. Да. Но только за силу добра. У меня ассоциируется прям со школой, когда я в героев катал. Ладно, давайте мы выпущем. Я до компании не проходил. Медленные дороги. А что нужно сделать тут? Посчитать мувы. Сказать количество мувов. Да. А можно калькулятором пользоваться? Нет, ну давайте с бортовым компьютером только своим. Тогда лень. 257. Сюда его. Эти очки не от Маугли. Чуть-чуть не досчитал Маугли. А, все, понял. 106 и 75. Я чуть думал, что 91 в диагонали. Это на средних. Так. 341. Да? Навигация не дает. Ну надо, просто. Так, вот аукциончик первый подъехал. Вы можете поставить ставку или перебить ее? Давайте. Пас. Это я никак, должен угадать, никак, да? Никакого азарта. Считать. Считать, да. Ну давай, Мауля. 724. Окончательный ответ? Сейчас. А первый шаг там не на песке, что ли? Все на песке. Ну тогда 724. Маугли, посмотри в окно персонажа. Поиск пути. Блин. Кочевники. Кочевники, да. Хитро. Ну, а тут теперь кочевников нету. Тут очевидно флай. Да, потому что через. Базовая магия воздуха. Он тут это забит уже считать. Сколько дает флай на базовой магии воздуха? 40%? Там со штрафом это. 40%, да. На базовой? 40 разве? 20? 140, да. 20 на продвинутый. 462. Ладно. Что ж там за 1200, да? Тут надо просто знать механику, на самом деле. А, там типа как первый шаг считается или что? Всякие попаваси с пробзадами эти вообще щелкали. Да, не задроты, конечно. Ладно, рискну 350. 350? Нет. Ну, Маугли слабый, конечно. Да, Папа Вася и Барбзада далеко. Рэдди, по-моему, тоже неплохо считал. Получается 316, да? А, 317. А как там первый шаг сколько будет отнимать? Смотри, первый шаг считается, как когда вот переход с одной почвы на другую. На другую, да. У тебя считается первый шаг, откуда ты идешь. То есть у тебя первый шаг будет без штрафа. Без штрафа. Из-за того, что базовый поиск. Окей. То есть наоборот, было бы как раз вот 350. Ну, давайте шаблоны посмотрим. Что же это? Это шаблон нужно угадать? Да. Назвать шаблон. Скирмиш? Нет. Другая эмка. Так, сейчас. 2СМ, 2С? Да. Узнал свои произведения из гайда по героям. Давай продолжим. Это простенький. Даймонд?
уже упоминали сегодня, по-моему, этот шаблон. Black and Blue? Mm-hmm. Да, упоминали, точняк. Вы себе еще знаете эти схемы? Ну да. На Стингер-то все на глазок, да, катает даже? Ну это клэшик. Да, по value можно, мне кажется, понять. Так. МГ. Ну, очевидно, как это зеркало, да? МТ Firewalk. Да. Да, ну ладно. Вообще не угадал бы по этой схеме. Ну там два компа просто, поэтому можно догадаться. Там уже нету двух компов. Ребят, кто за 1200? Ну, кстати, да, там уже нет двух компов. Так, я его недавно играл. Сейчас. Блин, я играл его против Яра и проиграл. Я поэтому его больше не играю. Я реально забыл название шаблона. 3-2-1. Ладно. 8XM12. Да. Блин, жестко. Я вот не играл против Яра и не проиграл. А напомни, что физмиг, там какие-то цитаты из физмига или что будет? Не цитаты, а просто какие-то загадочки, ну типа задачки, да. Ну, я понял. А черный ящик? А черный ящик — это пандорки, начинка пандорок на респе Джебуса. На респе Джебуса. Ну, давай. Третий раунд вообще просто все темы мимо. Ну, у меня тут все для Маугли. Ну, подкрутка Маугли-то все это. Смотрите, вот это скрин из калькулятора. То есть на инферно-зоне стоит коробка на респе Джеба. Всегда одна зона, одна инферно-зона. И внизу пишется юнит и его количество. Вот 118 гаргулик. Именно 118 гаргулик, да. И эти 118 гаргулик, они всегда будут охранять определенные... Только определенные... Ага. Ну, не всегда, потому что там есть разброс, типа, под плюс-минус 25%. Но вот если... Да камон, еще и калькуляторщиков тут это. Ну да, типа тоже... Можете на глазок примерно сказать, что это. Ладно, рискну. 25 собак. Либо 20 грыжных. Нет. Мимо. В смысле, это инферно? Мясо именно? Или не обязательно. Там... Что угодно может быть. Опыт может быть. А... Опыт, магия, золото, магия, что угодно. Я типа... На глазок гейминг весь четвертый. Я не мошенник, кстати, там врут. Прикинь, за гаргульками весь четвертый. 118 гаргульков. Вообще, чё? Джебус Кросс. А что там была за циферка 5? Где 5? Ну вот там было таун 1, а ниже 5. Всего зон. Всего количество зон. Зон. Не обращайте на это внимания, всегда на респе джеба. Просто думайте о том, что всегда на респе джеба. Но... Блин, а у меня тут этот, сбились. Всегда на респе джеба. Это первая неделя, 50-99 гидр. 9 гидр. А, торможу. 9 гидр. 15 тысяч опыта. Нет. Блин, у меня были ценники, они должны... Ладно, быть. Ладно. Так, двадцатка и... золота. Да. Четырнадцать демонов охраняют на оплот на респе рампа. Кого или чего? Кентавры? Не. Но близко. А если нужны? У них там очень близко. Если нужны, то да, конечно. Гномы. Гномы, полтос. Сюда, папашек. 79 огров на некре, да? Угу. Причем такое возможно, по-моему, только на некре. Ну или... Не уверен. Но, по-моему, я только на некре земле такое посчитал. Подсказочка вам.
То есть юниты. Ну, личи тогда. Да. Причем только не грейджины влезают. Да, дампиров много. Грейджины меньше вели. 19 рыб. На причале. Рискну весь второй. Как же он рискует? Мощно. Мощно рискуете, Маугли. Конечно, а, без риска. А теперь можно не рисковать, да? Ты можешь. Теперь ты не потеряешь балл, если ты Так, 82 кастрюли на плоти. Блин, ну... Дендроиды. Ну, изи деревяшки должны быть. Но нет. Маугли, ты когда-нибудь видел 82 кастрюли на респе-джебе? Хотя бы на второй неделе. Нет. Потому что их не бывает, их 60 максимум. Пятый левел? Нет, овервелью просто, их не может сгенерить. А, вообще не может. Вот без риска. Поэтому вопрос без риска был, что он с подковыркой. Засчитываются оба ответа. 10%. 100% тоже засчитал. Стингер? Морские волки, где игры? Ну, типа пираты. Нет, это по длине древоотстройки. И длина древоотстройки. Стингер. Портал ангелов туда. Нет. Ты же играешь, это 7. А, понял. Ну, по идее, нычка черных драконов. Да, ну, она... Ну да, либо черные, черные, либо золотые. Ну, золотые на одну меньше, там же гейм 2, гейм 3. И... А, там гейм 3, ну да. Нужно конкретное событие назвать. Там будет конкретное событие. То есть не то, что просто проводят артефакты, а вот конкретное событие. Ну, у вас, ваша сумка полна там или как там? Нет, там не так будет. Там будет немножко что ж такое? Другое, другое. Ну, это такие вот они фишечки механические. Мне не нужно конкретные цитаты из диалога в окна. Мне нужно просто сказать, что произойдет. Просто артефакт не будут выдавать, а предложат... Деньги, что сундук, ли, да? Сундук Миндроунд. Ну, 500 XP, угу. Либо деньги. 1000. Мало ли, выбирай. Пять на ставку. Угу. Ва-ванг. Поехали. Жёстко. 300 пас. 300 я пасую. Я тоже. Косарик пасую. Я бы поставил. Блин. Да ладно, блин. О, ну это изи, кстати. Все сборные артефакты, которые да. Можно носить вместе с... Блин, это, конечно... Все, что в ячейках. Какие сборники бывают. А потом нельзя будет отвечать, если неправильно? Нет, это вопрос был в состав. Ну, ты можешь просто ответить потом. Ну, балла не зачем. Ну, Veil of Life сборная. Уже нет. Уже нет. Там, ну, же кольца. Там же кольца заняты. Да. Там только рюкзак свободен, короче. Гусь получается только. Не только. И еще один. А, их два всего, да? Ну, мне кажется, два. Я не буду ничего говорить. Ну, два точно. Как я не буду ничего говорить, у тебя есть еще чуть-чуть времени. Ну, гуся. 3, 2, 1. Не знаю. Лук снайпера. Статуя легиона, да. Я же говорю, не один. А, 4 артефакта. А, подожди, я думал одновременно. Я думал одновременно просто. Не, перечисли все артефакты. Колодец мага тоже 3 в рюкзаке. Ну, да. А четвертый. Да, я. Лук снайпера. Нет. Колодец мага, статуя легиона, лук снайпера и золотой гусь. А, статуя легиона, все. Окей. Я про легиона. Ну, теперь нормально, вот теперь ноль.
Картиночка из Физмига. Кому-нибудь что-нибудь что напоминает? Что это такое? Да. Ну, это как нападать, по идее. Ну, типа, первое тоже. Ну, очередность нападения на рядом стоящих нейтралов. Ну, нет, это типа на поле боя, наверное. По часовой стрелке. Нет. Типа, что-то с берсом, там, с цепной молнией связано. Цепная молния похожа, кстати, картиночка, но нет. Порядок гексов для появления... А, клона. Ну, то есть в бою, да. Да-да-да, если заняты ближайшие гексы, она появляется в таком порядке. Надо назвать замок. Какого или город. Да, башни которого наносит наибольший урон при осаде. Почему это происходит? Я знаю, что у конфлюкса сильно бьют, но почему, не знаю. Там, где больше всего построят, походу. Я предположу, что это башни Циты, потому что в Цити может быть Грааль, который повышает атаку, ну, соответственно, урону башни. Нет. Мне кажется, что типа там завязано, есть какой-то или баг, или фича, что типа чем больше построек, да, 19 структур, типа чем больше построек, тем больше. Смотрите, я объясню, что такое структура. Структуры — это постройки в замках, ну, в городах, не включающие в себя ГМ, потом вот эти экономические постройки все, то есть все там приросты дополнительные, ну, да, да, все грейды. Соответственно, у причала там 3 грейда этих самых пиратиков, плюс всякие гроты и все остальное. А что не все включает это... ГМ? ГМ, там префы, кузницы всякие. А, нет, кузницы то он включает. Подожди, ГМ, только существ? Все, что относится к существам. Нет, грот тоже, например, относится. Понял, понял. Вот такие штуки, которые на прирост. И так вот на дуэльках бахаю там постоянно. Вопрос, почему ты строишь в замке, типа, что-то в центре? Так, у нас последний вопрос третьего раунда. У нас впереди финал. Я добавлю Стингеру, просто чтобы он поучаствовал, несколько этих самых монеток. Так, ну тут изи на Улыни Маугли переезжаем. Вот, да. Тебе только на Улыни Маугли переезжать. Продолжаем. Вам нужно будет в финале вычеркнуть темы по очереди. Стингер, выбирай тему, которую ты хочешь вычеркнуть, чтобы осталось. Мы, наверное, все сыграем, да? У нас еще есть время чуть-чуть. Ну да, я бы хочу сыграть. Ну, вычеркнуть? Ну, давай немного истории. С этим сложно. Ну, тут история, связанная с героями. Саня? Я вычеркиваю. Да, ну, да, пусть да. Будет «Назови 5». Угу. Ну, нажимай просто. А, сори. А я вычеркнул отсылочки. И у нас вопрос, что вообще? Вам нужно поставить ставку. Стингер, не ставь, пожалуйста, все, поставь там по единичке, чтобы, если что, мы могли это остальные вопросы ответить. Итак, вопрос. В каком месте в игре собраны все эти создания? Чат знает. Преобразовательский летов. Такой вариант я не рассматривал. Вам нужно нажать отправить до того, как кончится время. Иначе просто пропадет. Сверху полоска времени. Уже надо отправлять, ребят. Вариантов-то нет вообще. Ну, надо. Ну, у меня тоже. Пещера. Нет. Я бы написал крепость, но это тоже от балды просто. Ну, я так и написал от балды. Лол, мысли сходятся, кстати. Как же они друг под друга там подгоняли.
Название нового В названии месяца. Нового месяца есть все эти существа. То есть месяц шершня, бабочки, пчелы, змеи, ящера и так далее. Так, мы отмотаем чуть-чуть назад. Град с Маугли получается? Град с Маугли получается. И продолжим остальные вопросы разгадывать. Маугли у нас победитель. Мы его поздравляем все. Все подкручено, естественно. Давайте вычеркнем остальные, ну, другие какие-то. Я могу даже сам поучеркивать. Что общего? Давайте немного истории оставим. И попробуем на это ответить. Поставьте там, да, поскольку-нибудь. В тексте есть несколько подсказок, которые могут вам на что-то намекнуть, скорее всего. Bluetooth пишет, это изи. То есть Bluetooth. Это кто? Bluetooth. Я думаю, что он бы разговаривал. Говорит изи? Да. Да я вроде сразу написал уже. Ну, по-моему, тоже, если я правильно понял, изи. Сейчас узнаем. Блин, один я только не знаю. Ну, если тебе это намекнуло прям сразу на что-то, то да, наверное, это изи, но не все догадываются. Варина? Ага. Стингер изи вообще, действительно. Башня Марлета, ничего себе. Да. Мыси Мартелла, корсиканский мыс Мартелла. То есть это анаграмма от Марлетта. Я уверен, что именно... Там такие круглые башенки, и в игре они тоже такие круглые башенки на деф оборонительные. Круто. Крепость цитадели. Ну, я типа... Чтоб не писать, не знаю, условно. Угу. Ну, я сразу написал, не знаю. Так. Предыдущий. Башня Марлета неплохо. Поехали дальше. Стингер отыгрывается потихонечку. Камбэк из Рио получается. Так, что общего было? Немного истории было. Давайте назови 5. Сыграем. Пять классов, у которых наибольший шанс найти навыки. Слушай, как Маугли печатает, по-моему, что-то. Я уже напечатал. Время? Блин, забыл, как называется просто. Не отправил дальше. Да. Ну, назови просто вслух. Клирик. Что там печатал-то? Навигатор. Ну, из этого же города. Пират? Ну, пират, не пират, а как-то по-другому называется. Ну, понял. А, капитан. Хозяин зверей и этот, демонов, демоны, короче. А некромант? Так, некромант. Некромант. Кто? Некромант это что?
Это я. Да забей. Типа, некромант это типа маг некра. Я понимаю, я имею в виду, какой у него навык. Я вообще, видимо, неправильно понял вопрос. С наибольшим шансом. Типа, каждому из этих навыков на левел-апе теперь. Один. Один есть из классов, да? Да, 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 да. Я понял. Да, да, да. Клирик, капитан, короче. Уточнил бы, я бы подсказал. Он типа сразу идет просто. Хозяин зверей, типа доспехи. Доспехи. Дипломатия у кого? Капитан. Нет. Дипломатия самый большой у священника. Вы что, Аделька с диплой? Ну, то есть не Аделька конкретно, да, да, да. А священник клирики. Чаще всего. Да, клирики чаще всего ловят дипломатию. Все, понял. Я тоже не так понял. Интеллект вопрос. Чаще всего ловит маг. Тактику чаще всего ловит лорд. Имущество рыцарь. Ты просто понял. Типа так оно идет, что ты не можешь уточнить. Оно типа погнало, и ты такой сразу в теме. Можно сразу спросить, короче. Да, но... подскажу. Ну, ничего страшного. Так, пауза. Предыдущий. Жестко. Что там, Пуповася бы справился с правзадом? Слушай, мы... я этот вопрос добавил как раз потому, что им не понравился предыдущий, который был до этого. Там было про ландшафты вопрос. Я его заменил. Так, давайте оставим на отсылочках, закончим. Так. Все, поехали. Последний вопрос. Да хоть одну взять темку. Четыре франшизы. В названии читов, естественно, указаны подсказки в тексте. На какие фильмы отсылаются эти чит-коды? Сингер ответил. Насчет четырех я не знаю, я только одну знаю. Я только один. Да, я тоже только один. Отправлять? Ну, пусть будет три. Давайте, пока у нас перед глазами текст, я объясню, потому что там просто в ответе будет просто четыре фильма. Матрицу все знают. Да, первое, Lots of Guns, это Матрица, естественно, и то, что ложки не существует. У Клинка Армагеддона, Квайгон и Корусант — это «Звездные войны». Ага. Троян Рэббит и Антиох — это Монти Пайтон и Священный Грааль. Угу. И последнее — это «Властелин колец». И «Феллоушип» и, да, «Палантир» — это «Властелин колец». Круто, круто. Сейчас посмотрим, кто чего ответил. Все «Матрицу», наверное, написали. Я четвертое написал. Так. Матрица. Так. Браво. Ну, я уж просто прокликаю. Матрица, Mad Max, Армагеддон. Ну, я опять же от балды писал. Я понял. Ну, Матрицу так как говорят. И Маугли Властелин колец ответил. Блин, знал бы, ставил бы больше. Я думал, там только из «Матрицы», на самом деле. Вот такой вот получился пак. А что, финалку никто не выиграл, да, ни разу? Маугли выиграл... Не-не, Стингер выиграл вторую. А, Стингер выиграл. Стингер, да, выиграл «Башню Марлетта». Только один на финальный вопрос ответили. Маугли у нас получил больше всех очков, набрал в целом, так что мы тебя поздравляем. Все подкручено, естественно. Спасибо вам большое за то, что пришли, приняли участие. Как вам пак? Спасибо за приглашение. Ну, вообще прикольно, просто... Душноватый третий раунд, я так понимаю, для Стингера. Да-да-да. Много механики. Там где считать? Уже вроде отвечать надо, но просто так сидеть, а в К тоже не хочется. И поддушил. Надо готовиться, значит. Читать физмик. Читать физмик, читать мувы. Калькулятором пользоваться и все такое. Так, я хотел поблагодарить людей, которые принимали участие вообще во всем этом безобразии в создании пака.
непосредственно в самом паке в создании принимали участие Злой, который писал всю музыку, наигрывал ее на фортепиано, записывал, отсылал мне Little Злой. И Луи, которая делала фотожабы замечательные на... Вот фотожаба вообще топ. Да, на вот эту вот смену пола она сделала, там тварыну она, там, прическу ему подбирала крепко, там вообще. Очень красиво было, кстати. Очень красиво, мне тоже понравилось, вот она мне с... Не, мелодия тоже замечательная, только, опять же, это отсутствие... Играем без звука, да, поэтому частенько. Дальше, у меня была просто куча тестовых групп из работяг, из Дискорда Тварыны, всем им большое спасибо, модеры и просто геройщики, которые собирались, мы не раз обкатывали этот пак, правили его и все остальное. Было несколько тестовых групп из папашек, это Рэдди, Монт, Пробзат, Папа Вася, была тестовая группа из девушек наших стримерш, Таверна, Хота Гёрл, Лера и Нэнси Рейнбоу. Их запись, кстати, мы выложим. Я вот ее сегодня, наверное, закину на диск и скину, и она будет у кого-то из них на Ютубе. Возможно, даже у всех, если у всех есть Ютуб. Так что welcome, если захотите посмотреть, как они мучились там, и как я перепутал местами вебки у Леры и у Нэнси, и заметил только на финале. Вот и все. Своя игра подошла к концу. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто смотрел. Ну, тебе, Юник, тоже спасибо за организацию. Спасибо. Мауглис ДР, как обычно. Да. Плюс. Ну, короче, как всегда на высоте. Все, папашки, всем спасибо. Кто в Амонг? Сейчас стартанем, я думаю. Всем пока. Давайте, удачи. Все, всем спасибо, всем пока.